Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1163. Тема «Церковь». Огорчает раздробленность верующих на множество разных церквей, их дикая нетерпимость друг к другу. Но есть же главная точка соприкосновения – это вера в Иисуса Христа как Спасителя. Не пришло ли время лозунга «Верующие в Иисуса Христа, объединяйтесь»? Ведь эта раздробленность верующих во Христа только на руку сатаны. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. От того, что мы каждому еретику или православному дадим такой лозунг, мозги их не изменятся, не отшлифуются, и голова так и останется квадратной. Объединяет нас только Дух Святой на основании смирения перед Словом Божьим, перед святыми канонами. Вы говорите, что главная вера в Иисуса Христа. Какого Иисуса Христа? Того, каким мы его знаем, единого во Святой Троице или как тварное существо у ариан и у иеговистов. Во времена земной жизни Иоанна Богослова количество церквей ереси было небольшим, и для определения истинности достаточно было только одного пункта. 1 Иоанна 4:2. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Второе послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Он не говорит ни о перстосложении, ни об иконах, ни о поставлении епископов при посредстве мирских властей, сергианства, ни об объединении всех в одно, экуменизм, ни о двух волях и двух естествах во Христе, потому что тогда ничего этого не было известно и не вызывало споров. Мы можем сегодня говорить об объединении не только на основании вышеуказанных стихов евангелиста Иоанна, но на основании книги правил, канонов Вселенских и Поместных соборов и святых отцов. В противном случае любое объединение как раз и будет на руку сатаны. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 15 стих. Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Сегодня, перед тем, как поставить в руководители или епископы какого-либо человека, тщательно проверяют не на лояльность, а на абсолютную, безоговорочную преданность и послушание своему вышестоящему руководству, так, чтобы вновь поставленный епископ на поставленный ему вопрос, что сегодня важнее, каноны соборов или постановление нашего синода, мог мгновенно ответить: «Конечно, постановление синода». Избирают сегодня, протирая на самом мелком сите всех, даже у самых широкоформатных, самых нетерпимых к любому инакомыслящему. Пример. У нас в России две старообрядческие иерархии – Белокреницкая и Новозыбковская. У них все одинаковое – и книги, и перстосложение, и ненависть к никонианам. Ничего не препятствует их объединению. Они ничем не отличаются друг от друга ни одной запятой. Но по нетерпимости,
По ненависти друг к другу они более непримиримы, чем белые и красные. И каждый из нас держится за свое, притом совершенно не подкрепляемое священным писанием. Если бы католики сегодня отказались от претензий папы на владычество, от его непогрешимости, разговор об объединении перешел бы в стадию исполнения. Если бы Московская патриархия сегодня бы предала анафеме сергианство и декларацию 1927 года и вышла бы из экуменизма, объединение с РПЦЗ стало бы возможным уже в этом году. Вышеуказанные препятствия у католиков и у Московской патриархии. Разве это догмат веры? Почему же так крепко держится за это? Если это не из Писания и не от Бога, тогда от кого? И те, кто защищает то, что не от Бога, кто они? И кто те, кто подчиняется таким всем руководителям во всем, не сверяясь со Словом Божьим?